Что могу сказать? Ну, на мой взгляд, коллеги попали в классическую ловушку, да, то есть работы с любым заказчиком, да, даже когда это такой особый заказчик, да, как, собственно, сам город, когда мы пытаемся впихнуть невпихуемое, да, ты, когда слишком много задач, мы, собственно, пытаемся решить с помощью, ну, в случае логотипа, грубо говоря, с помощью куска картона, да, то есть мы от куска картона ждем слишком многого и инвестиций, и повышения лояльности, и дополнительные, и увеличение внешней миграции, и еще много чего, да, и все это от одного логотипа. На мой взгляд, это все-таки перебор, то есть все-таки стоило в данном случае сконцентрироваться, да, выбрать. Ну, есть своя рука владыка, есть, собственно, заказчик, который платит в данном случае конкретные деньги. На его вкус, я считаю, то есть надо было выбрать, ну, либо общим экспертным сообществом выбрать одну, более, ну, максимум две. ТЗ было, это было очень общим, это правда. Да, то есть это, собственно, вторая проблема, да, то есть, собственно, то же самое было, между прочим, и с самим конкурсом. Потому что, ну, уже с народным голосованием, к которому столько вопросов, да, потому что когда, вообще, на мой взгляд, в данном случае народное голосование, с моей точки зрения, это ни разу не выборы, это скорее легитимация, да, то есть это не выборы, это выборы, это не выяснение общественного мнения, да, вот, и когда коллеги говорят, что там они в конкурсе приняло участие достаточное количество горожан, да, это так, но это именно активные горожане. То есть это нельзя считать объективным срезом. То есть если мы говорим о репрезентативности, то...